Югра обошла в десятку регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. Минэкономразвитие подвел рейтинги регионов за 2020 год. Наш округ занял 8-е место по этому показателю. В первой тройке Московская область, Якутия и Москва. Общий объем концессионных соглашений в Югре до 2020 года составил 47,8 миллиардов рублей. В 2020 году объем инвестиций по проектам ГЧП достиг 19,7 миллиардов рублей. Напомню, Югра стала первым регионом в стране, который заключил концессионные соглашения по строительству школ. На подобных условиях в округе возводят комплексные межмуниципальные полигоны ТКО. Кроме того, в этом году Югра приступила к реализации концессионных соглашений при строительстве объектов сферы физической культуры и спорта.